Безусловно, в первую очередь Екатеринбург интересен по сравнению с Москвой. То есть, что мы можем на сегодняшний день показать или дать Екатеринбургу по опыту развития Москвы, потому что Екатеринбург, безусловно, один из тех городов, которые будут идти по пути или, скажем так, по возможным конструкциям развития социальных отношений, системы управления, схожих с Москвой. Поэтому целый ряд проблем, которые на сегодняшний день являются актуальными для Москвы, если не сегодня, завтра, то через достаточно короткий промежуток времени будут актуальны в Екатеринбурге и, в принципе, в целом в Свердловской области. Поэтому я думаю, что самое важное – это попытка поделиться опытом, только предложить какие-то альтернативные пути, которые на сегодняшний день обсуждаются в Москве, и перенять тот положительный опыт, который есть в Екатеринбурге. Ну и, конечно, очень важным является факт подготовки к проведению федеральной избирательной кампании, потому что, проводя федеральную кампанию и предлагая пути федеральных предложений по решению ситуации, либо по изменению законодательства, невозможно, не имея региональной составляющей. Как минимум, наше с вами общение. Это интересный формат, который, к сожалению, в Москве мы не часто используем, который, я думаю, что играет серьезную роль для того, чтобы была возможность у населения, у читателей просто проанализировать то, что сказано, дать свои комментарии, которые полезны нам в первую очередь, для того, чтобы мы могли определяться по тем приоритетам, которые более интересны людям, а не нам с вами, к примеру, или мне в данном случае. Я, безусловно, должен сказать, что я в партии и в московской организации, являясь руководителем фракции в Мосгордуме, в большей степени ориентируюсь на деятельность парламентскую. То есть, каким образом мы можем изменить ситуацию в городе, в стране посредством законодательных инициатив или изменений. Плюс выработка единой позиции по проектам федеральных законов, которые поступают в наши законодательные органы. Поэтому для меня это основа деятельности. Организационными структурами занимаются другие люди. Я являюсь по партийной линии секретарем по депутатской работе. Потому что отношения с депутатами для меня являются приоритетом в данный момент времени. И я хотел бы сделать ставку именно на этих взаимоотношениях, на укрепление позиции партийной организации в Свердловской области в связи с предстоящими выборами. Безусловно, встреча с руководством КПРФ запланирована, и у нас не бывает такого, чтобы мы приезжали инкогнито в регион и не встречались с нашими партийными структурами. В этом и есть, наверное, основа деятельности КПРФ, потому что мы представлены не только на федеральном уровне, а имеем серьезные партийные организации в регионах. И каждый наш визит, каждая возможность обмена опытом и дает возможности развития региональным отделением. Есть в Москве свой опыт партийной деятельности, депутатской деятельности, взаимоотношений с федеральным центром, которые нужно перенимать и в регионах. Здесь есть свои положительные особенности, у нас есть свои, поэтому в целях обмена есть в том числе одна из основных целей визита. Безусловно, любая ситуация, если она имеет характер, скажем так, некой конфликтности, либо разных точек зрения, она контролируется со стороны федеральных органов, принимаются меры. У нас есть и контрольно-ревизионная комиссия партии, которая обязана следить за соблюдением устава. Есть курирующие структурные подразделения, которые призваны обеспечить нормализацию ситуации и выход из сложившихся проблем. Но я хотел бы обратить внимание, что те конфликты, которые происходят в КПРФ, они максимально или принципиально отличны от различного рода конфликтов, которые происходят во всех остальных партиях. В КПРФ приходят люди не для того, чтобы что-то получать, а для того, чтобы отдавать, для того, чтобы изменить ситуацию в стране. И среди коммунистов повышено чувство ответственности, повышенное чувство защиты, справедливости. Если есть какие-то различные точки зрения, я убежден, что вопрос – это лишь вопрос краткосрочной перспективы, о необходимости просто более серьезного внимания к этому вопросу и решения ситуации. Поэтому все эти процессы, которые происходят, они естественные. Всегда бывают несколько точек зрения на тот или иной вопрос. Они все снимаются, и практика показывает, что партия проходит эти периоды. Но есть и другая сторона медали. Я не могу об этом не сказать, что каждый выборный цикл федеральных избирательных кампаний почему-то
в региональных отделениях партии, в некоторых, возникают конфликты. Мне кажется, что здесь не без приложения внешних сил, которые заинтересованы в ослаблении ситуации либо эскалации какого-то конфликта. Устав по результатам, в результате оснований для вмешательства в депутатскую деятельность как таковую, безусловно, не имеет, потому что полномочия депутата определяются несколько иным законодательством регионального уровня, в разрезе которого можно рассматривать те или иные претензии, которые можно определить в рамках там, депутатского объединения либо фракции. Во-первых, мне интересно, вы задаете вопрос, а откуда вы узнали решение фракции? И что некоторые депутаты высказали несколько иную позицию. Всегда, наверное, мне периодически задают такие вопросы, каким образом я в своей фракции, да, у нас фракция не такая уж большая, принимаем решение и как оно формируется. Я могу сказать, что КПРФ – самая демократичная партия. Потому что в КПРФ нет такого, что я сказал, будет так и будет так. У нас каждый депутат имеет право высказать свою позицию, каждый депутат имеет право обосновать свою позицию. На фракциях у нас иногда принимается решение о неконсолидированном голосовании, если вопрос не имеет принципиального значения и как бы не определен нашими программными установками. В данном случае по различного рода голосованию, безусловно, если они могут нанести ущерб партии, есть процедура по рассмотрению этих вопросов на контрольно-ревизионной комиссии и предложение по применению норм партийной ответственности, в первую очередь. Я, к сожалению или к радости, не являюсь членом контрольно-ревизионной комиссии, и мне не приходится рассматривать такие вопросы, и к радости меня и депутатов моей фракции Московской городской думы пока не приглашали для рассмотрения подобного вопроса. Я могу сказать так, как бы не имея по большому счету полной картины, которую, может быть, хотелось бы здесь получить, о сути претензий могу так сказать, что на сегодняшний день практически все регионы Российской Федерации возглавляются представителями партии «Единая Россия», которые являются заложниками ситуации и заложниками той политики, которую проводит федеральный центр в лице руководства «Единой России». Поэтому не критиковать эту власть невозможно, потому что она совершает ошибки каждый день все больше и больше. И для того, чтобы выправить ситуацию, мы просто обязаны доносить свою позицию, обязаны их направлять на путь обеспечения в первую очередь интересов народа, а не воспроизводства каких-то собственных политических ресурсов «Единой России» для тех или иных целей. Поэтому я убежден, что в любом случае каждое производное то или иного отношение к политику, оно определяется не общей политической установкой, у нас такой общей политической установки нет. Мы знаем, что каждый человек доказывает правоту своей позиции. И я думаю, что если есть претензии, значит, они обоснованы. Должен сказать, что партия в прошедший избирательный цикл мартовский показала серьезные результаты по всей России. Безусловно, нужно разделить муниципальные, местные выборы и региональные. У нас прошло 12 избирательных кампаний в регионах, причем показательно, что практически во всех крупных городах мы одержали победу над партией «Единая Россия». Взять, к примеру, Нижегородскую область, город Нижний Новгород, город Арзамас, один из крупных городов Нижегородской области, Киров. Это крупные города, в котором высокообразованное население, высококлассные специалисты, которые поддержали КПРФ на выборах. Это результат той деятельности, которую партия проводила, той программы, которую мы предложили в качестве подготовки и к региональной составляющей, и к федеральной кампании по изменению законодательства, и по реформированию той системы управления, которая существует в России. Что касается местных выборов, то мы в очередной раз для себя же доказали, что местный уровень выборов очень имеет серьезное значение, и нам необходимо укрепиться. Там, где мы смогли на сегодняшний день, обладая партийными структурами, приложить достаточное количество усилий,
усилий, человеческого потенциала, мы показали везде хороший результат. Есть победы не только в Свердловской области, и в Новосибирской области выиграл молодой коммунист должность главы административного образования. Поэтому, несмотря на проведение, скажем так, подготовку федеральной кампании, безусловно, готовимся и к региональной, и муниципальной составляющей на ближайший декабрь, когда выборы будут совмещены. Я думаю, что это показатель того, что население, народ уже не доверяет «Единой России», той системе управления, которая существует. И единственная реальная оппозиция, реальная сила, которая сможет противостоять и может противостоять, ставить перед собой такую задачу, это КПРФ. У нас есть четкая программа, которую мы подготовили. У нас есть полный набор специалистов по обеспечению реализации тех предложений, которые мы вносим на перспективу государства. Даже можно сказать, как единственный возможный путь возвращения статуса великой державной стране, обеспечения социальных гарантий, возвращения истинных ценностей образования, науки, промышленности, уважения человека труда в нашу жизнь. Без этих основ, без этих изменений наша страна просто обречена на провал и на приход нового витка финансово-экономического кризиса и, в принципе, обнищание населения. Потому что даже по официальным данным на сегодняшний день в Российской Федерации, берем статистику за 2010 год, Росстат указал, что 80% населения Российской Федерации живут в нищете. И лишь около 2% населения могут назвать себя обеспеченными. При этом 0,7% имеют сверхдоходы. И мы видим, что на фоне финансово-экономического кризиса при таком социальном расслоении количество долларов миллиардеров в России увеличилось в два раза. И их совокупное состояние составляет 520 миллиардов долларов, что соразмерно золотовалютному резерву всей страны. Подобный подход при отсутствии адекватной, разумной налоговой политики по взиманию или обеспечению со стороны богатых или сверхобеспеченных социальных программ просто недопустим, страна не имеет таких возможностей. Я думаю, что результаты, в принципе, все результаты, которые не дают победы, они не являются стопроцентными. То есть даже те положительные элементы, которые были достигнуты, это большое подспорье, большая работа была проделана, но при этом мы на сегодняшний день имеем все возможности для того, чтобы эти результаты улучшить и претендовать на смену власти. Потому что КПРФ сегодня является единственной оппозиционной силой, которая готова и может взять власть в свои руки. При этом власть и в органах исполнительной власти, и в законодательных органах государственной власти. И мы такую себе цель ставим. Мы не ставим себе цель получить 15, 20 или 30% на выборах. Мы ставим для себя вполне понятные ориентиры получения большинства голосов избирателей. Для этого, безусловно, нужно делать работу. Если есть какие-то недоработки, их нужно компенсировать либо восполнять. Но, по крайней мере, задачи стоят именно такого рода и никак не менее. Быть на уровне справедливой России, ЛДПР вечно в хвосте, мы не собираемся. И те люди, которые работают в КПРФ, которые пришли сюда для того, чтобы изменить в стране существо сложившееся положение, именно такие ориентиры и ставят. Два объективных обстоятельства. Первое – неверие народа в отношении власти. Совершенно очевидным является факт того, что проводимая политика «Единой России» и чиновниками местного, регионального либо федерального уровня не направлена в интересах населения. Она зачастую просто приводит ситуацию либо к стагнации ее худших проявлений, либо, скажем, к замораживанию конфликтной ситуации на том или ином административном уровне. При этом принимаемые законодательные акты являются попыткой догнать уходящий паровоз и ничем иным. Мы видим, что за счет укрепления позиции сверхбогатых идет наступление на права малообеспеченных, на уничтожение, по сути, промышленного производства, сельского хозяйства, бюджетное финансирование, федеральное имею в виду, никоим образом не направлен на воспроизводство ранее существовавшей серьезной сферы деятельности. Ну и второе направление – это наличие у КПРФ реальной альтернативы, программ,
по изменению законодательства, которая вполне понятна, очевидна населению. И, безусловно, работа на уровне местных структур. Ведь все мы понимаем, что работа местных структур партии в отдалении от центра обуславливается не только желанием, но и поддержкой населения. И когда КПРФ доказывает кому-то на пальцах, кому-то на основании предложений по изменению законодательства либо порядка управления перспективу нашей программы, люди приходят в партию поддерживать. Я могу сказать, что за последний год в партию пришло 25 тысяч человек. При этом большая часть из них молодые. У кого-то, может быть, существует на сегодняшний день иллюзия о том, что КПРФ – это партия пенсионеров в своем качественном выражении. Но я могу сказать, что все социологические опросы показывают, что как раз-таки пенсионеры на сегодняшний день в меньшей степени готовы поддерживать КПРФ, потому что они опасаются изменений, которые могут привести, по их мнению, к неким изменениям социального обеспечения, социальных гарантий. Безусловно, это не так. Но им объяснить тяжело, когда человек выживает на последние доходы, а молодежь все больше. И люди среднего возраста идут и поддерживают КПРФ, потому что видят в партии желание и возможности изменить ситуацию в стране. Мы должны понимать, что те проекты законодательства, которые мы вносим на федеральном уровне, они воспринимаются и на низовом, на уровне местного населения, в местных муниципальных образованиях. Это, к примеру, я возьму, не буду брать все, это вопрос национализации. Ни для кого не секрет, что большой вопрос стоит по законности проведенной приватизации в 90-х годах. В результате мы потеряли, по сути, промышленное производство, науку, наукоемкие технологии, территории, которые осваиваются иными социальными интересами. Второй вопрос необходимости использования природных ресурсов во благо страны, во благо населения и реализации тех самых социальных программ. Я приведу просто маленький пример. В России доля природной ренты от природных ресурсов, почему мы ставим вопрос о национализации их, составляет 34%. При этом Арабские Эмираты 92%, Норвегия 80%, Соединенные Штаты 60%. Это та доля, которая поступает в доходную часть бюджета, за счет которого реализуются задачи, стоящие перед государством. Плюс, безусловно, никого не может волновать та система образования, которая предлагается министром Фурсенко. Из России по этой концепции мне видится, что хотят сделать страну сильных рабов, которые могут себе постоять. Для того, чтобы они работали на заводах и фабриках и реализовывали технологии западных стран. Что вы просто обратите внимание, какие предметы предлагается ввести по реформе, по закону образования Фурсенко. Физкультура, для того, чтобы раб был сильный, ОБЖ, для того, чтобы он мог отбиться в подъезде от нападающего, и Россия в мировом, в международном сообществе. Такой книги даже нет, такого учебника не существует. То есть это предмет, по сути, который должен обеспечить понимание нового поколения, кто является хозяином в мире. Мы выступаем против этой реформы, мы выступаем против вот этой угадайки ЕГЭ, для того, чтобы у нас были восстановлены системы и принципы образования, которые были в Советском Союзе, были признаны мировым сообществом как одни из лучших. И для того, чтобы мы могли вырастить новое поколение на уровне русских культурных ценностей, ценностей семьи, ценностей созидания, равенства, при котором можно говорить о необходимости развития науки, промышленности и воссоздания великой державы России. Значит, возвращаясь к этому закону, для меня тяжело представить себе, что помимо четырех предметов на выбор можно еще один предмет выбрать. Как можно выбрать литературу, не выбрав русский язык, к примеру? Как можно выбрать химию, не выбрав физику? А получается, делают однобокого не специалиста, а раба, по сути, не имеющего комплекса знаний для того, чтобы можно было применить в последующем. То есть это просто низкоквалифицированный рабочий труд, который необходим для внедрения принципа Всемирной торговой организации. Я должен сказать, что съезд определяет, кто в каких группах пойдет. Но прежде чем провести съезд, мы сейчас решением пленума Центрального комитета партии, это постоянно действующий руководящий орган всей партии, определили срок проведения конференции региональных, а перед ними предшествуют первичное отделение, местное отделение, которые
должны вынести свои предложения по кандидатурам в состав списка депутатов Государственной Думы. И уже на основании этого списка, этих предложений, кадровая комиссия партии будет готовить персональный состав, предлагаемый съезду. И я вас уверяю, что на съезде зачастую происходит перестановка различного рода. Если съезд не поддерживает ту или иную кандидатуру, то совершенно естественным является вопрос изменения либо номеров в региональных группах, либо в федеральной части. Поэтому это нормальная жизнь, партия – живой организм, и все эти вопросы обсуждаются, дискутируются не на федеральном уровне, а именно на низовых структурах. И потом уже эти предложения просто обсуждаются на федеральной составляющей. Потому что мы должны понимать, что в партию сейчас пришло много молодых людей. Многие из них, может быть, не имеют огромного политического багажа или опыта, но мы обязаны в сегодняшний день в первую очередь для себя поставить задачу по омоложению наших представителей и в законодательных органах, и в партийных руководящих органах, и сохранение тех статусных людей, кто у нас заслуживает уважения и отношения. Поэтому при формировании и списков, и руководящих органов партии приоритет отдается людям, заслужившим свое место в партии, в руководящих органах, и, безусловно, молодежи. Во-первых, мне всегда интересно, когда вот эти вопросы задают, не от вас имеются, а когда вопрос поднимается в средствах массовой информации, всегда очень мило наблюдать за теми, кто эти темы ставит. Обычно ставят представители партии власти, либо представители ЛДПР, а сейчас в последнее время стали эти вопросы ставить «Справедливая Россия». Хотя им бы себе задать эти вопросы. Я просто могу, если так взять, в простейшем варианте провести анализ депутатов Государственной Думы, которые сейчас есть в фракции КПРФ, 57 человек. Есть в списке и обеспеченные люди. Но вы должны просто понимать на сегодняшний день, что ситуация в стране кардинальным образом изменилась. Бизнес не идет в Единую Россию, потому что он понимает, что в Единой России с него будут тянуть дальнейшее развитие партии, и его бизнес напрямую зависит от перспективы нахождения в той или иной партии. У нас же бизнесмены приходят, да, я не отказываюсь о том, что бизнес, иногда даже не имеющий никакого отношения к выборам, максимально старается помочь партии на региональном, на федеральном уровне, осуществляют пожертвования, перечисление денежных средств. Это нормальная практика. Партии иначе незачем жить и не на что жить. Но совершенно абсурдным выглядит вот эти вот оценочные суждения, причем людей, которые либо не имеют никакой информации, либо просто пытаются навести навет на то, что партия формирует подобного рода списки. Это попытка навести тень на плетень, и не более того. Если обеспеченные люди и находятся в списках партий, это не говорит о том, что они туда пришли ради каких-то или с помощью каких-то механизмов. Я могу привести пример даже по обсуждаемым кандидатурам. Говорят, вот у вас пришли бизнесмены, которые раньше не имели никакого отношения к партии. Но только никто не обращается к истории, что этот человек 10 лет активно помогает партии. Эти люди, там, по конкретным примерам, выпускают газеты, обеспечивают финансирование региональных отделений, и не имея никаких предпосылок и желаний попадания в списки. Поэтому мы рады, что бизнес, патриотический бизнес, социальный бизнес, которого всех призывают, он находит свое понимание и поддержку в КПРФ, к нам обращаются, помимо крупного, так и малый и средний бизнес, и оказывают свою поддержку. В этом и результат нашей деятельности. О том, что мы, реализуя наши программы, программные установки, вовлекаем все более широкие слои населения в нашу работу. Мы сейчас получаем финансирование из федерального бюджета. Я имею в виду, все партии, политические партии, представленные в Государственной Думе, получают финансирование из федерального бюджета по результатам прошедшей избирательной кампании, если я не ошибаюсь, 5 рублей так называемый, стоит один голос, который партия получила по результатам выборов. Ежегодное финансирование предоставляется партиям, и это необходимо,
Потому что если партия претендует на усиление своих позиций, на постановку задач, на распространение своей оппозиции в регионах, она должна иметь поддержку государства. Иначе развитие никакой политической системы просто говорить не приходится. И будет у нас одна единая Россия, которая заставляет иногда бизнесменов перечислять все свои денежные средства для реализации тех или иных задач. В регионы мы сейчас поставили задачи направить финансирование по приобретению помещений, для того, чтобы партии не арендовали их у городских или у региональных властей, а имели в собственности, имели свои залы для проведения встреч с избирателями и проведения обучения, работы, профессиональной, качественной работы. Плюс у нас в каждом регионе сформированы, основаны на профессиональной деятельности, структуры. Это идеологические, организационные и агитационные отделы, и целый ряд секретарей. В Москве, к примеру, у нас все секретари по направлениям работают на профессиональной основе, штатной. Ну, в Свердловской области схожая ситуация. Партия федеральная оказывает поддержку. Ну и плюс региональная составляющая, о чем я и сказал, что мы получаем в год достаточно серьезный объем пожертвований от различных структур, начиная от граждан, которые, многие даже пенсионеры, перечисляют денежные средства, которые мы направляем на изготовление агитационной продукции, на работу иных структур для обеспечения своего представительства и деятельности. Поэтому комплекс. Мы, кстати, единственная партия, которая получает в таком объеме членский взнос. У нас у единственных есть членский взнос. Их размер может быть не столь внушительный, но он исчисляется десятками миллионов рублей, которые поступают от рядовых членов партии, ежемесячная плата. Ну и плюс пожертвования, которые люди добровольно перечисляют.